Как за минуту покрасить к Пасхе яйца? Времени очень мало. Берете салфеточку, разные фломастеры и просто наносим на салфетку различные узоры. Просто в хаотичном порядке. Берете прям любыми цветами на салфеточку. Можете свои любимые цвета какие-то использовать. Можете один цвет. Все, берете яйцо, его надо намочить, яичко намочили и укутываем его в салфеточку. Все. И ждем какое-то время. Вот что у нас получается. Вот такие пестренькие яички.